Если у вас всякий раз при взлете самолета, значит, начинается панический ужас, вам кажется, что вы сейчас умрете, что сейчас все упадет, взорвется или еще что-то, это уже очерченное фобическое расстройство, вот, которое нуждается в терапевтическом лечении. То это такое с психикой происходит, что она отказывается верить логике, здравому смыслу, да, и придумывает все время какие-то... А вот там пилоты где-то, может, он выпил, может, не доспал. Я не могу контролировать самолет, поэтому я боюсь. Вы как будто вы что-то другое, кирпич вы контролируете, он там падает на вас, и вы такие под контролем, значит, его отодвигаете в сторону. Вы ничего не контролируете в таком смысле, как вы хотите контролировать самолет. Это же какая-то иррациональная штука. Она вот родится именно из-за наличия у вас внутренней психологической проблемы, неудовлетворенности какой-то базовой потребности, которая у вас есть. И вот для того, чтобы ее как бы изъять, нужно сначала научиться контролировать симптом, а потом на свою жизнь посмотреть значительно более предвзято.